это уже техника готовая на выход. Именно у нас здесь производится, чтобы вы понимали, не только ремонт техники, но и модернизация техники. На сегодняшний день делается, навешивается дополнительная броня, дополнительные, скажем так, приспособления для пассивной, скажем так, защиты бронетехники. Отец с Дебальцева зашел буквально вчера. Прямо при корреспондентах его разгружали с трала. Соответственно, вы видите, что вот эта отличительная черта украинских, скажем так, украинской бронетехники, вот эти вот решетки. Мы решетки эти на свои машины не вешаем. На сегодняшний день вот прям такой, что очень большой активности от нее, или, скажем так, очень большой пользы, ну, нету такой большой. От нее, скажем так, если работает техника где-то между деревьев, между в просеке какой-то, или там проскакивать вдоль дорог, очень тяжело. И десанту с нее десантироваться тоже тяжело при наличии этих решеток. А вот эта машина с Дебальцева. Дальше там есть техника с Дебальцева у нас, которая еще осталась с украинской символикой. Даже не успели ее перекрасить. Вот. Ну, скажем так, у нас здесь налажена крупноузловая сборка. То есть машина разбирается на несколько частей. Отдельно шасси машины, отдельно вот за вашей спиной можете повернуться, такие приспособления выставлены, как подставки под башни, и где могут отдельно работать вооруженцы, отдельно могут работать электрики, которые налаживают все системы. Да? И есть еще отдельно пост, где у нас занимается сборкой, разборкой пушек, дефектация, и с двух-трех орудий собирается одну. Это город Константиновка, это наши бойцы с Константиновки отжали у правосеков. По идее, они должны там вот, короче, куда-то батло, самый мощный ствол, не могло от перебора мощности, что там... А где я могу? Сейчас свою там. Не, вот это надо, блядь, отдельно. Подожди, а ее не денешь, можно ли быть? Давай, сюда, ладно. Не, ну так а что, ну пусть люди видят, чем они против нас воюют. У них не только украинское, а немецкое оружие, еще и немецкие автоматы. И английские. И англий. А это рабочая техника, да? Да, ремонтируем. Ну это то, что они бросили, оно рабочее, да? Да, да. Охренеть. Там мелкие неисправности устраняют. Ну наши молодцы могут сделать, я понял. Да. Чтобы никому не было секретом, откуда у нас оружие. Вот оно. Вот украинская армия. Вы сами нам все даете. Новые снаряды. Спасибо большое вам за вооружение ополченцев ДНР. Почитай. Взрывоопасно. Детонатор какой-то. Снаряд очередной на миномет. Не помогла украинским войскам
и иностранная техника, которую они бросили, убегая с КП «Мариновка». В новом терминале, непосредственно на 4-м этаже, здесь нам продемонстрировали трофейное оружие, найденное в заваленных оружейных комнатах, которые сейчас разбираясь, закрепляясь в новом терминале, оборудовая огневые точки для иностранного производства. Мы произвели зачистку всех помещений, которые остались целые, завалы поубирали. И было найдено оружие, которое в украинской армии, ну, в регулярных войсках, она, ну, не стоит на вооружении. Ну, как, насколько я разбираюсь, это все оружие стрел НАТО. Пировка и зарядные вот, рации, патроны мы понаходили. Какой вывод из этого можно сделать? Ну, я так думаю, что здесь воевали, ну, не только украинская армия, которая, ну, убивает нас, но еще и наемники Европы, стран НАТО. Про танк скажите пару слов. Что за танк, откуда, чего? Укроповский трофей. Ты вот на танке бросаешь, да. Зря. Подарочек от Петрошенко и его команды. Они любят нам подарки посылать. Ну, этот еще ничего, да, повоюет. Этот еще повоюет. Да, этот побегает. Да. Очень быстро оживет, все побегает, побежит. Будет как новый. Покошмарим их немножко. Понятно. Ну ладно, парни, удачи. И вам тоже удачи. Спасибо большое. Ну вот он, это «Ласточка», это машина, которую я принимаю, вот, потом. Работы много, очень много, но думаю, приведем ее в порядок и пойдем поработаем. Титана трофей. Контролем ополченцев крупнейший транспортный узел, пересечение двух стратегически важных дорог – Луганск-Донецк. На этом перекрестке был самый мощный укрепрайон ВСУ. Бои здесь шли двое суток подряд. Но минувшей ночью украинские силовики растворились в темноте, и утром казаки атамана Козицына уже собирали трофеи. Ну если бегут, то даже флаги свои бросают. Вот, пожалуйста. 101-я киевская бригада. Казакам достались целые танки, БТРы, БМП, грузовики. Атаман Козицын забрал себе самый престижный трофей. Бронированный внедорожник «Хаммер», принадлежавший одному из высокопоставленных украинских офицеров. Это ж американские джипы, которые были переданы грузинским войскам в период, когда был грузинско-осетинский-абхазский конфликт. Вот это те джипы сюда перегнали грузины, когда Папашвили сюда приезжал. Ну и, соответственно, это самое тут размахивал руками, что он самое главное, что он поможет украм победить, так сказать, Россию через этот плацдарм. А еще на перекрестке, где стояли украинские силовики, казаки нашли польскую машину. Пусть хозяин откликнется
Вчера шла зачистка в восточных пригородах Дебальцево. Сегодня же атаман-казицы на трофейном внедорожнике объезжают брошенные позиции ВСУ к западу от города. И тяжело раненого в форме ВСУ, возможно, иностранца. Когда мы взяли его в плен, он был жив, и он разговаривал по-немецки. Он разговаривал «Ханс», что-то такое, это самое. По-немецки разговаривал. Ну, мы его положили, подстелили по нему, это самое, сделали обезболивающее ему, это самое, ну, он скончался, что. Подлежит восстановлению. Да. Начинается эвакуация трофеев. Рим. Что такое Рим? Ай-яй-яй-яй, они ругаются на нашего президента. Какие нехорошие пацаны. Работает. Хорошо. А вот красавец. Практически целый. Тоже отжато. Шестьдесят четверка с траками. Много добратов. На одном перекрестке два танка, два БМП, инженерка. Это я через три дня приехал. Это же наш-то. Украина по НАТО-СЕ. Ну не по НАТО, а на севере. Западе. Юго-западе. Вы находитесь сейчас на ремонтно-технической базе батальона «Восток», где ремонтируется трофейная техника, ремонтируются также наши БТР и БРДМ, которые участвовали в боевых схватках, сражениях. Вот сейчас вы можете видеть две мсты, которые наносили удары по городу Донецка. Сейчас мы пытаемся из двух этих техник собрать одну, чтобы она дальше участвовала в боевых действиях. БТР, который уже воевал за...